Да, звук должна быть кнопочка, чтобы при первом включении нулевом канале должно стоять. Да. Ну тогда давайте знакомиться. Федулов Евгений Павлович, генеральный директор завода Интерскол Ламбо. Значит, представляем фирму Интерскол, которая больше 20 лет уже присутствует на рынке электроинструмента России. По прошлому году мы 24% рынка держали. В этом году, ну, рынок просил почти в два раза, то есть мы вместе Bosch, Makita и Interscope порядка 70% рынка. Остальные, на всех остальных рынках порядка 30%. Значит, проект по строительству завода стартовал 3 года назад. 3 года назад на этом месте было просто ровное поле. За 2 года нам удалось спроектировать, построить завод. В октябре прошлого года мы отдали эксплуатацию, но были сложности с поставками оборудования. У нас часть оборудования шла из Европы. То есть попали под санкции и сумели, как сказать, получить оборудование только весной этого года. То есть чуть-чуть со своей мощностью мы задержались. Завод проектировался и планировался на выпуск России назад. То есть сейчас возвращает производство тяжелых перфораторов и производство деревообрабатывающего оборудования. Мы сейчас находимся с вами вот в корпусе, где называется первая очередь. Корпус 10 тысяч квадратных метров, плюс, вернее, 12,5 тысяч квадратных метров нам удалось за счет отрисовки увеличить на 2,5 тысячи квадратных метров площади, плюс 2,5 тысячи офисных помещений. Численность работников на сегодняшний момент 360 человек. И сейчас ведется строительство второй очереди, еще 10 тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить производство средств малой механизации, то есть там мы будем производить компрессора, мы их сейчас производим, но пока на арендованных площадях по соседству. Значит, будем производить компрессора, торцевые пилы. Значит, что мы будем выпустить за 2 месяца. Ну и вот третий корпус, который вы там видели, там планируется выпуск бензотехники. Значит, наш завод, это, так сказать, второй завод в России, который вообще выпускает электроинструмент в полном цикле. Есть завод у Боша в Саратове, в Гонге всех. Сразу на установку вот эта вот черная часть, как называемая брезинка, пока у нас плохо получается. Вот это вот сделано за 2 установки, то есть сначала серый корпус, а потом вот черный. А вот те машины позволяют сразу за 1 установку уже такие детали. Мы нашли, что мы не можем, 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 мы не мож
Вообще-то штатная, твердая. Она одновременно штампует вот эти вот детали, из которых потом изготавливается электродвигатель. Собираются в пакет через пластиковую изоляцию, то есть специальный шприц-пресс, который заборы прессуют пластмассу, получается вот такой вот ротор. Здесь проверяется пробой, потому что тут система безопасности или безопасности. Вот эти детали сразу попадают вверх на сборку. Для изоляции. Следующий этап. Запасов на коллектор. Коллектор там не только линия полностью автоматическая. Да, вот да. То есть она здесь это индукция, да? Индукция как раз и получается, да? Так собираем. Нужная палета зажимается, отправляется в зону обработки. За это время подходит другая палета, загружается другая деталь, и опять одна меняется, другая уходит.
же механ обработанный деталь. Молодцы, да, литье наше сами делаете. Поколенные детали.